Мадам Эдисон, спиритический салон. Калифорния, 1891 год. Добрый вечер. Прошу сесть за стол. Не обращайте на него внимания, он не мой. Я Ирвин Тулвуд, моя жена Мейбл. Рада встрече. Я Анна, помощница мадам Эдисон. А это зачем? Мадам записывает все, что происходит во время сеанса. Джозеф сделает фотографии. А фонограф запишет каждый звук. Зачем это? Во время сеанса могут произойти интересные вещи. Добрый вечер. Спасибо, что приняли нас. Я сделаю все, чтобы помочь вам. А вы скептик? Что? Я должна просить вас полностью верить мне, это важно. Сомнения могут помешать установлению связи. Я поверю, если найдете нашу дочь. Ирвин, пожалуйста, прошу всех сесть. Вы принесли то, что я просила. Мне нужно что-то из ее личных вещей. Это поможет установить контакт. Физические предметы укрепляют духовную связь. Надеюсь, этого достаточно. Это ее любимое. А ваши личные вещи? Этого хватит. Она похожа на отца. Почему вы просили прийти ночью? 3 часа – это колдовское время. Время, когда барьер между миром живых и мертвых становится тонким. Вы хотите сказать, что наша дочь мертва? Если мы установим контакт непосредственно с ней, это означает, что она в мире духов. Давно она исчезла? 3 недели назад, во время сеанса. Важно не разрывать круг. Если мы хотим войти с ней в контакт, говорить можно только по одному. Задавать вопросы, на которые можно дать односложный ответ. Один стук «нет», 2 стука «да».
Да. Соединим руки. Let us join hands. Злые духи, уйдите и не смейте приближаться к этому кругу. Мы желаем говорить лишь тем, кто нам нужен. На нашей защите стоят силы добра и света. Откройте глаза и положите пальцы на стол. Елена Тулвуд. Дорогая Елена, мы призываем тебя. Ты здесь с нами? Елена, мы только хотим задать вопросы. Ты придешь к нам? Елена, не бойся. Это просто смешно. Нет. Елена, это ты? Was that you, dear? Елена, это мама. It's mommy. Это ты играла на рояле? Да. Yes. Молодец, Good Елена, job, здесь Elena. Безопасно. This is a safe place. Подойди к столу. Please join us at this table. Елена, с тобой все хорошо? Are you okay? Нет. Ирвин. Елена, тебя кто-то обидел? Did someone hurt you? Да. Yes. Кто это сделал? Who hurt my baby? Елена, тебя кто-то убил? Did someone kill you? Да. Это какой-то бред. Не разрывайте священный круг. Ирвин, нет. Она мошенница, а это просто дешевые цирковые фокусы. Мадам? Боже мой! Помоги мне, папа, мне больно! Я убью тебя, Ирвин! Твоя девочка у нас! Ты злая ведьма, ты девочка отродья! Что мы наделали? Да что ж это такое-то, а? Она предупреждала не взрывать круг, ты дурак! Мейбл!
останки. А озвучивает смерть самый лучший диктор России. Виктория, выбери карту. Нет, ну давай. Я сказала нет. Пожалуйста. Не орите, я пытаюсь услышать навигатор. Виктория, возьми карту. Так, теперь положи ее в колоду. Твоя карта сейчас на самом верху колоды. Это твоя карта? Нет. Вы прибыли на место назначения, ты врешь. Вечно ты врешь. Да отстань ты от меня. Прекратите орать. Спасибо. Приехали. Когда мы уже выберем дом? Красивый. Похож на гигантский дом Барби. Как надоело переезжать, значит опять. А мне он нравится. Мы еще внутри не видели. Может, там живут 10 тысяч кошек. Сколько нам еще домов смотреть, пока не найдем такой, где можно жить? Там правда живут 10 тысяч кошек? Он шутит. В объявлении сказано, что дом открыт для просмотра. Не знаю, что ты нашел в этой развалине. Это же такое старье. Он уже разваливается. Возраст формирует атмосферу. В объявлении было написано, что открыт. Пахнет печеньем. Тут мило. Не так уж и плохо, если не считать этот гадкий коврик. Не разбегаться. Эй, ты не виноват, малыш. Эйден, извинись перед дамой. Простите, я вас не заметил. Зовите меня просто Клэр. Все хорошо. Я должна была ждать вас у входа, но я занялась печеньем. Мой сын иногда такой косолапый. Не беспокойтесь, осматривайте дом. Я все сама уберу. Эйден, найди сестру. Спасибо, я сама справлюсь. Попалась? Ты дебил! Это моя комната, я была здесь первой.
Эйден? Дом, конечно, старый, но у него большой запас прочности. Он больше, чем я думал, но по цене вам подходит. Чего вы это решили? Я полагаю, объявление вы читали. В чем уловка? Входную дверь надо починить. Серьезно, такой огромный дом по такой цене? Печенье? Нет, я хочу сбросить вес. Скажу честно, власти хотят, чтобы дом нашел нового владельца, прежде чем придет в упадок. Могу я спросить про вашу жену? Она приедет сюда? Она скончалась. Нам всем тяжело. Я сочувствую. Когда это? 3 месяца назад. Кажется, еще вчера она была здесь, и вот ее нет. Судьба иногда подвергает нам суровым испытаниям. Не так ли? Поэтому вы переживаете. Я посчитал, что смена обстановки пойдет детям на пользу. Вы приняли верное решение. Здесь очень хорошая школа. Думаю, этот дом принесет вам счастье. Это моя комната. Нет. Вы вовремя. По одной. Можно по две. Что надо сказать? Спасибо. Пожалуйста. Посторожнее. Здесь хрупкие вещи. Нет, какого... Я не хочу, чтобы ты курила. Я не младенец. Хватит мне указывать. Я забочусь о тебе. И поэтому ты оторвал меня от друзей и привез сюда сразу после смерти мамы, да? Дорогая, это в наших интересах. Мне нужна твоя помощь. Я хотел бы, чтобы ты побольше участвовал в делах семьи. Слушай, оставь меня ради Бога! Идиот. Это что, кухня? Я просто поставил ящик, он тяжелый. Здесь здорово. Мне нравится. Я не понимаю, зачем мы переехали? Мы это уже обсуждали. Этот переезд всем нам пойдет на пользу. Мы привыкнем, здесь страшно. Трусиха, нет. Дому, конечно, нужен ремонт. Здесь подкрасить, тут подладить, и будет просто дворец. Закажем на ужин что-нибудь китайское. А когда пойдем в мою комнату? Не все сразу. Почему бы тебе не помочь нам? Не хочу. Вставай. Не хочу. В таком случае, до твоей комнаты мы доберемся не скоро. Мистер Бездельник, ладно, ладно. Дай карты, покажу фокус. Пап. А можно ее повесить? Да, конечно, а куда? Так, чтобы мы могли каждый день ее видеть. Может. Над диваном. Отлично. Подержи. Спасибо.
Идеально. Что скажете? Отлично. Еда? Наконец-то, с голода помираю. Изи еда. Сколько с меня? У вас дверной звонок не работает, я в курсе. 32.50. Вот 40. Сдачи не надо. Когда вы переехали? Сегодня. Не думал, что кто-нибудь купит этот дом. Ты о чем? Ни о чем. Приятного вечера. Пахнет хорошо. Давайте будем есть здесь и смотреть телевизор. Ладно, он только сегодня. Ты куда? За вилками. Они в ящике на кухне. Посмотрим, насколько ужасна здесь еда. Тут палочки. Мы уже начали, свет на кухне погас. Ну вот, начинается. Изи, ты куда? Поешь с нами, я наелась. Попробуй роллы, они вкусные. Мама их любила. Папа! Пап! Что такое? Что такое? Опять страшный сон? Я что-то слышал. Ничего не слышу. Ты просто не привык к новому дому. Я кого-то видел, здесь кто-то есть. Никого нет. Ты устал после переезда, как и все мы. Я оставлю свет включенным. И дверь открой. Если что нужно, просто позови меня. Нет, пожалуйста. Эйден, здесь нечего бояться. Давай ложись. Давай укрою тебя, подоткну одеяло. Заверну тебя, как буррито. Я люблю тебя. Досчитай до 50. Хорошо. Миссисипи раз. Миссисипи 2, Миссисипи 3, Миссисипи 4, Миссисипи 5.
Миссисипи 14, Миссисипи 15, Миссисипи 17, Миссисипи 18, Миссисипи 20. Попался? Ты меня напугала, ну и отлично, так тебе и надо. Какие крутые штуки. Наверное, вещи прежних жильцов. Через эту штуку прикольно смотреть. Что? Я видел? Если пытаешься меня напугать, я тебя ударю. Мне здесь не нравится. Пойдем к папе. Пап, смотри, что тут у нас? Я нашел крутые штуки на чердаке. Дом такой огромный, а тебя занесло на пыльный чердак. Здесь весь дом пыльный. Правда, прикольная штука? Я знал, тебе понравятся карманные часы. Виктория. Виктория. Я просто играю, дай мне куклу. Я поговорю с Клэр, может, это ее вещи? Но мы купили дом, все, что здесь наше. Ты так давно не играла в куклы? Мама купила их мне. Я так скучаю по ней. Хорошо. Но надо разобраться с этими вещами. Вдруг они очень дорогие.
Вы позвонили Клэр. Это риэлторское агентство Prime Time. Оставьте свое имя и номер, и короткое сообщение. Я перезвоню вам. Клэр, это Джон. Мы купили дом на Уиллоу Роуд. Ты не могла бы перезвонить? Есть пара вопросов насчет дома. Спасибо. Вот дерьмо. Следи за языком. Чем вы тут занимаетесь? Это не мы. Я ничего не делал. Охренеть. Хватит выражаться в моем присутствии, мать вашу. Сам за языком следи. Что тут случилось? Не знаю. Виктория, принеси мешки для мусора. Ага. Эйден, найди метлу, подмети, да. Не стой там, помоги мне. Честно говоря, меня это пугает. Думаешь, в доме привидение? Не говори чепухи. Должно быть логическое объяснение. У шкафа ножки были плохо закреплены. Да, точно. Это логично. Не входи сюда, здесь на полу стекло. Давай сюда. Спасибо, иди в свою комнату. Что? Ничего, просто подумал, как ты похожа на маму. Лин, это ты? Я скучаю по тебе, Джон. Привет! Доброе утро! Я Мелисса, живу в соседнем доме. Джон, мы только что переехали. Я все собиралась зайти и познакомиться. Но я живу с отцом, и на это надо много сил. Что-то случилось? Много чего, и должна ухаживать за ним. После инсульта он частично парализован. И еще старческое слово у меня, так что дело у меня не в проворот. Ужасно, я сочувствую. Да, тяжело, грустно, но переживем как-нибудь.
Я видела ваших детей во дворе. Очаровательные создания. Надеюсь познакомиться с вашей женой. Она скончалась недавно. Мне все еще непривычно это произносить. Мне так жаль. Извините. Все нормально. Если вам нужна помощь, или если вы захотите отдохнуть, могу присмотреть за детьми. Спасибо. Это щедрое предложение. Ну вот наша первая встреча, и мы вываливаем друг на друга свои проблемы. Знаете, а испеку-ка я вам пирог и принесу его вам. Не стоит. Я в соседнем доме, если что нужно. Я рада, что этот дом наконец-то кто-то купил. Долго он пустовал? Да он никогда не пустовал. Как это? Ну, я видела здесь мышей, так что имейте в виду. Да, конечно, надо заняться. Я заведу кошку. Не переживайте, это все мелочи. Мне надо домой, отец ждет. Было рад знакомству. Эйден! Виктория! Пора вставать! Вы уже встали? Обычно так рано вы не встаете. Что на завтрак? Я сделаю омлет. Эйден, что хочешь? Яйца. Ясно, будут яйца. Какие хочешь, сваренные или яичницу? Яичницу. Ясно. Кажется, яйца попались протухшие. Поешь лучше хлопья. Лопай. Я открою. А ты давай ешь хлопья. Ау. Доброе утро. Долго не отвечали, и я прошла к черному входу. Я звонила. Да, дверной звонок не работает. Надо его починить, мистер Мастер на все руки. Я получила ваше сообщение, была в этом районе, показывала дом клиентам и решила заглянуть. Спасибо, но можно было просто позвонить. Так что вы хотели обсудить? Дети нашли на чердаке старый сундук. Кажется, я говорила, что все, что в доме, теперь ваше. Да. Но содержимое сундука, оно странное. И что там? Я вам покажу. Конечно. Я готова. Я же просил детей не трогать ничего, пока не поговорю с вами. Дети, они такие.
Привет, дорогуша. Изи! У нее кипят гормоны. После смерти матери она сама не своя. Все образуется. Смерть меняет людей. Так в чем проблема? Вы не думаете, что эти снимки странные? Что за люди здесь жили? Этому дому больше 100 лет. Я ничего не знаю о прежних владельцах, но вы можете поинтересоваться в архиве. А что касается снимков, то не вижу ничего особенного. Спиритические снимки были популярны в начале 20 века. Какие снимки? Спиритические сеансы, они были в моде одно время, ну когда вызывают духов. Часто фотографы делали такие снимки, чтобы доказать присутствие духов. Это постановочные фото. Откуда вы знаете? Я прочитал много исторических книг. Обожаю изучать историю этого района. Значит, это все постановочное. Возможно, наверное. Извините, Виктория. Эйден. Виктория. Что случилось? О боже. Боже. Детка. Эйден. Что случилось? Надо занести ее в дом. Я здесь, девочка. Я здесь. Виктория, моя малышка, я могу помочь? Дорогая, что с тобой? Папа, я видела маму на улице. Клэр, принесите воды, пожалуйста. Да. Ты как? Голова кружится. Может тебе сесть? Давай так. Если хочешь лечь, дыши. Ты как? Пойди в свою комнату и переоденься. И мы никому об этом не скажем. Спасибо за помощь. Я рада, что все обошлось. Надо отвезти ее к врачу. Надеюсь, все будет хорошо. Да, но лучше все проверить. Я так напугался. Вы замечательный отец. Спасибо. Если что нужно, звоните. Спасибо. Как самочувствие? Все хорошо. Я просил тебя не играть с этой куклой, но она мне нравится. Давай оставим ее. Ладно, но теперь нам надо к врачу. Но я чудесно себя чувствую. Мы едем. У меня просто сахар в крови упал. Так бывает, я читала про такое. Одевайся, мы едем. Брысь из моей комнаты.
Когда ты нужна, тебя никогда нет рядом. Твоя сестра только что упала в обморок, а тебе плевать. Какой ужас. Я еду с Викторией и Эйденом к врачу. Я хочу, чтобы ты больше времени проводила с нами, чтобы от тебя была польза нашей семье. Отец повез мелких к врачу. Можешь приехать сейчас. Поверить не могу, что вы переехали жить в дом семейки Адамсов. Заткнись. Где мы можем? Пошли внутрь. Ты такая сексуальная. Какого? Что? Ты сказала, дома никого нет. Да. Я видел кого-то. Постой. Что? Я кого-то видел. Никого здесь нет, все уехали. Блин, отец. Алло. Все как всегда, отлично. Тебе пора уходить. Нет, нет. Они уже едут. Да я по-быстрому. Нет, не надо по-быстрому. Мне нужна всего минута. Не минуты. Они уже близко. Где твоя куртка? Серьезно? Да. Давай, проваливай. А ты не хочешь? Потом, потом. Давай. Быстрее. Что сказал доктор? Он думает, что это низкий уровень сахара. Если это случится еще раз, то надо сдать анализы и проверить кровь. Никто не получит мою кровь. Этот бургер был отвратительный. Лучше мне пойти наверх и разобраться на этом чердаке. Присмотришь за ними, пока я там? Конечно, это я могу. Это здорово, что тебе лучше. Отлично.
А это еще что? Вот и крышка в мышке. Ты кто? Елена Тулвуд. Что ты здесь делаешь? Почему ты в моем доме? Откуда ты? Где твои родители? Слишком поздно. Ты о чем? Сжечь их. Что сжечь? Сжечь их. Она идет. Елена Тулвуд. Мадам Эдисон была известным медиумом, которая проводила в своем доме спиритические сеансы. В конце 19 века ее услугами пользовалось огромное количество людей, желавших вступить в контакт с мертвыми. В конце октября 1891 года мадам была найдена мертвой в своем доме. Там же были обнаружены тела еще четверых. Дополнительно неизвестно, что случилось в ту ночь. Полагаю, что массовое убийство произошло во время спиритического сеанса. Отдайте мне камеру и куклу. Но, папа, я сказал нет. Кукла напоминает мне о маме. Дорогая, эта игрушка, она плохая. Что за дерьмо? Эйден, быстро в свою комнату.
что со мной происходит. Папа. What? Что? Почему ты делаешь это? Это мусор, от него надо избавиться. Но мне нравится кукла. Она часть дома. С меня хватит всего, что творится в этом доме, и этого дома тоже. Можно оставить мне куклу? Нет. Мама разрешила бы. Мама, здесь нету! Помоги мне, папа, мне больно. Я убью тебя. Ты злая ведьма. Убей их. Я схожу с ума. Нет, когда твой отец умер, я видел его несколько раз в доме. Меня преследуют эти галлюцинации. Ты принимаешь антидепрессанты? Да. А ты изучил историю дома? Да тут было убийство. Здесь жила женщина, которая вроде общалась с духами. Вот тебе и ответ. А риэлтор не рассказала об этом? Нет. А она обязана была. Нельзя скрывать такие вещи от покупателей. Я попробую разузнать больше об этом месте. Лучше всего игнорируй все, что происходит. Не надо давать подпитку негативной энергии. Можно позвать священника. Или зажечь свечи с благовением. Я так делал, а на следующей неделе я прилечу к вам. Не стоит, это не нужно. Правда? Я прилечу. Если дом такой, как ты говоришь, мы продадим его. Нет, мы не можем себе этого позволить. Можете пожить в отеле. Или у меня. Когда ты выходишь на работу? Через неделю. Тут есть один проект. А дети пойдут в школу. Главное, не волнуйся. Я скоро буду с вами, я люблю вас. А я тебя. Я позвоню перед вылетом. Надо было мне остаться после похорон. Хотите сходить в кино?
Отвечайте, когда я говорю с вами. Я иду гулять. Пока. Хотите поиграть в настольную игру? Выбирайте, какую. Нет? Мне надо отойти. Значит, остались только мы. Почему мы каждый день едим одну пиццу? Так, мне надо в магазин. Одевайтесь, прокатимся. Я не хочу, мы смотрим кино. Поставьте на паузу. Досмотрите, когда вернемся. Пап, ты поезжай. Я присмотрю за Эйденом. Нет. Хватит относиться к нам как к маленьким. Знаю, вы не маленькие, и это здорово, я вами горжусь. Отлично, мне надо отъехать до магазина. Присмотришь за ними? Конечно. Спасибо. Привет, Клэр. Привет, что случилось? Как дела? Да, хорошо, а у вас? Да, все отлично. Я хотел зайти и узнать, как там Виктория. Все хорошо, врач сказал, ничего страшного. Это же замечательно. Да, все хорошо. Кстати, вы точно не знали ничего о прошлом этого дома? Нет, я же сказала вам. Мне сложно в это поверить. Зачем мне вам лгать? Тут есть несколько причин. Первое желание поскорее продать этот дом. Алло. Клэр? Клэр. От сука. Я вернулся. Алло, вы где? Народ? Где вы? Эйден, Виктория. Виктория, дорогая, Виктория.
А три меча означает грусть и разбитое сердце. Что здесь творится? Ой, прости. Уходи. Пап. Я извиняюсь, я позвонила. Я велел детям не трогать эти вещи. Ты напугал меня до смерти. Но, да, это все я виноват. Я принесла пирог. Спасибо за сраный пирог. Но не надо забивать моим детям головы этим дерьмом. И не надо в моем сусе вламываться в мой дом. Они сказали, что ты уехала и оставила их. Что я должна была делать? Ты хочешь сказать, что я плохой отец? Я оставил их со старшей сестрой. Уходи отсюда немедленно. Сейчас же, извините. Что вы наделали? У нее был пирог. Я знаю, что она наша соседка. Я видела тебя с ней вчера. Не огрызайтесь. Я оставил тебя присматривать за братом, а ты пустила в дом постороннего человека. Лучше бы ты умер, а мама осталась. Хватит орать на нас. Изи. Изи, открой эту гребаную дверь. Открой дверь. Открой эту гребаную дверь. Невероятно. Что? Ты наказана. Издеваешься? Убирайся из моего дома. Оставь мою семью в покое.
Мне очень стыдно. Я пришла извиниться. Это была моя ошибка. Извини, что кричал. Я знаю, ты хотела помочь нам. Ты имел полное право. Просто... Что? С этим домом что-то не так. Когда здесь никто не жил, отец расставлял в нем мышеловки. Потом с ним что-то случилось, этот инсульт, и он стал сам не свой. Мне очень жаль твоего отца. И спасибо, что зашла, но уже поздно. У вас все хорошо? Да, все нормально. Привет. Какие планы? Мы можем куда-нибудь заехать, хорошо провести время. Круто. Когда ты расскажешь отцу про нас? Не скоро. А вдруг ты не захочешь больше видеть меня? Ты серьезно? Я расскажу ему, когда придет время. У меня гениальная идея. Какая? Какого...
Эйден! Виктория! Эйден! Виктория! Виктория! Эйден! Ну давай! Выходи, ты где? Изи! Ребята! Stay put, I'm coming. Я вас нашел. Виктория! Вы где? Где вы, ребята? Да отвечайте, наконец, Эйден! Виктория! Перестаньте! Нет! Виктория! Папа. Дэд. Папа. Виктория. 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 Папа. Папа, ты там? Боже! Что случилось? Сожги его! Что случилось? Сожги! Что сжечь? Сожги сундук! Нет! Нет! Папа! Папа, я люблю тебя! Боже!
ты не можешь спасти их. Убить ее. Да пошла ты нахуй. Давай! Давай! Не подходи ко мне! Давай же! Давай! Давай! Уходите! Не подходите! Виктория? Эйден? Эйден, Виктория, что с вами? Проснись! Что случилось? Я так вас люблю! Это так ужасно! Так ужасно! Вы целы? Просыпайся! Ты как? Эйден! Служба спасения, что случилось? Это послушайте. Нужна скорая, полиция. 329 Уиллоу. Разрыв соединения. Алло. Алло! Что с папой? Вы все принадлежите мне! Потрясающее место, да, точно. Какой роскошный дом. Три часа, вы вовремя. Останки. Озвучивал смерть самый лучший диктор России. Если вы хотите увидеть новые фильмы, пишите мне в ЛС. Again with earthly things, with their rapping and their tapping, rap tap.